Итак, ребят, настал день X. Так, окей, этот смс переведу полностью. Так, извини, что так рано тебя пишу и разбудила. Мой отец решил устроить внезапную пресс-конференцию. Да-да, наконец-то время пришло. Окумуры. Это снимет немного давления, скажем так, с плеч Хару. Правда? Поздравляю. А когда будет? Это внезапно, так что это случится сегодня в 20:00 вечером. Интересно, он расскажет что-нибудь насчет людей, что становились инвалидами овощами? Давайте где-нибудь посмотрим это вместе. Да, действительно, нам стоит собраться и посмотреть это вместе, чем поодиночке. И чтоб, типа, все обсудить сразу. Да, было бы замечательно. Так, окей, но куда нам это устроить? Так, в одном большом топовом месте, что ли? Или в высоком месте? Того в Синдзюку. У меня есть там кое-какие. Я-то знаю кое-какое местечко. Так. Так, это, возможно, неплохая идея, но откуда? Таба говорит, из школы, может быть? Или что-то подобное? Так, нет. Короче, после школы встретимся, пойдем куда-то. Или в... Я так и не понял. Сначала то, что Фхару знает какое-то место, а потом что-то насчет школы. На крыше школы встретимся, что ли? Я обсудим, типа, детали того, куда пойдем вечером, чтобы смотреть это. Или типа того. Я не особо врубился. Ну ладно. Так, окей, время идти. Погнали. Окей, посмотрим. Так, через неделю начнутся тесты. Ох, срань. Если будете учиться, то вы сможете себя показать как следует на них. Кстати говоря, в последнее время в новостях очень часто мелькает Окумура Фуд. Так, что-то насчет того, что они тратят на СМИ, на рекламу и так далее, кучу денег. Иногда я думал, что они сейчас пиарятся. Однако, типа, по телевидению он... СМИ говорят о них очень много плохих вещей в последнее время, так что думаю, что я ошибалась. Их имидж портят, типа. Для всех компаний одна из самых важных вещей — это их имидж, что помогает им распространить свое имя.
для определения этого имиджа есть какой-то тест? Чего? Что за дичь она стирает? Окей. Так, Буну и Кики. Я не особо врубаюсь, сейчас посмотрим на вопрос, окей. Кто это за такое? Так, Монти Кун нам ответь, каких из этих двух вариантов является Кики? А или Б? Так, ребят, кто-нибудь знает, что за говно? Я понятия не имею, реально. Я просто говорю, что за срань? Я впервые вижу такое. Кики. Как бы вариант А Кики, Б Кики или ни один из них. Вариант А. Не знаю, это какой-то тест для определения имиджа, что ли, типа того. Окей, да, правильно, окей, спасибо. Так, все, наконец-то закончилась рутина. Приступаем к сюжету, надеюсь. А нет, стоять еще что-то. Я бы тоже первый. Так, собираемся на крышу после уроков. Крыши? Вы о чем? Точно, Юски, тебя утром же не было в конференции. Ну, в чатике. После уроков ты можешь прийти на крышу нашей школы? Я не совсем понимаю, но хорошо. Хару в школе? Я была очень занята дома утром, но я приду в школу скоро. До окончания уроков я точно доберусь. Кстати, точно, Хару, у тебя на крыше там растения? Растения? Да, сейчас как раз сезон, и я собираюсь поменять землю для цветов, типа того, горшки их. Я люблю цветы, я помогу тебе, если хочешь. Я тебе тоже помогу. Правда? Спасибо. Ладно, тогда увидимся на крыше после уроков. Надеюсь, будет весело. Что за растения? Наверное, цветы. А, нет, цветы. Растения, действительно. На руками. Нет, я его не видел. Точнее, не видел. Не искал как-то. Я вообще забыл про него, если честно. Так это растения, о которых ты заботишься, сэмпай? Блин, да хватит. Зови меня просто Хару. Так, сейчас как раз меняется сезон, и поэтому нужно менять их горшки, что ли. И землю. Китагава Юске продюс нано. Окей. И сегодня, в этот раз, полагаясь на продюсирование со стороны Китакавы Куна, Китакавы Юски Куна. Ироно баланс то хайчи де, нан то юка, ваби-саби но йоу на моно куаэта даке да.
правильный цветовой баланс и месторасположение ихнее должно быть. И добавить ко всему этому нужно немного стиля. Как обычно, он несет всякую хрень. Насчет цветов и Хару. А то, что твое имя Хару очень хорошо сочетается с цветками и так далее. Да, ты действительно неплох. Я еле-еле его понимаю. Слушайте, а как насчет того, чтобы мы посадили Мону? Окей. Он, наверное, имел в виду посадить цветы. Харуса посоветовал посадить цветы, потому что Хару и цветы — это как-то совместимо вместе. Хару же это, как я, весна переводится. Так, и Футаба предлагает. Слушайте, а как насчет того, чтобы посадить Мону? Знаешь, на самом деле ты была в заперти до недавних пор. Так что как насчет того, чтобы мы тебя посадили, чтобы хоть немного ты была под воздействием фотосинтеза? Короче. На солнце немного погрелось побольше. Ну что ж, давайте начнем. Кингёсоуа, а то 2 мили хидари дарока. Так, можешь передвинуть немного на 2 миллиметра влево. Комака, каваннай кара. Так, штырьки как раз достаточно длинные, чтобы насквозь пролезли через Мону. Фу. Что? Ты не буду ничего делать. Сука-са, нагараде учиагито гакуэн-са ищу не нотто жан? Кстати, насчет нашей вечеринки, которую мы собираемся устроить во время школьного фестиваля. Типа, как оно будет. Яппа учиагива учиагиде чанто ятта хога ёкне? Слушайте, давайте лучше устроим нормальное какое-нибудь празднование. Согласен. Учиаге ва кангэйкай мо канетэно моно даши. Учи-учи де кигане най яцу о яритай. Потому что у нас будет приветственная вечеринка для Хару и праздничная вечеринка, ну, скорее всего, из-за того, что мы сделали. Сокуморе. Так что давайте это сделаем как подобает. Джа, яроу! Учиаге андо Хару но кангэйкай! Да, я тоже, конечно, за. Нужно сделать нормальную приветственную вечеринку для Хару. Ой, да не надо ничего. Пойти на школьный фестиваль с вами будет уже достаточно для меня. Если сама звезда этой вечеринки, скажем так, будет такое говорить, то... Точнее, будет говорить слова, типа... не особо не нужно ничего такого, то все не будут такими радостными. Тогда как насчет вечерней вечеринки? В Destiny Land. Destiny Land Disneyland? Окей. Destiny Land это оно юмено кунино? Destiny Land? Ты имеешь в виду страну мечты или типа того? Возможно, будет немного поздновато, но... мы можем арендовать это место на вечер для нас. Кашкири?
арендовать ее? Но ведь это же страна мечтаний. Да, но ведь вы сами сказали, что хотите сделать это как подобает. Да, мы это говорили, но... Мне просто нужно все как бы подтвердить, что ли, обсудить. Да, она слишком сильно думает как богачка или воспринимает все как богачка. Она пошла подтвердить, что... Слава богу, мы действительно можем это сделать, арендовать то место. Destiny Land? Серьезно? Не просто ресторанчик внутри этого места, но все место полностью. Тут у них на сайте выложены цены для такого рода вещей. Но цена тут же безумная просто. О, да не нужно об этом беспокоиться. Так, изначально наша компания хотела привести там какое-то мероприятие, какую-то встречу. Однако случился скандал в компании. И из-за этого скандала планы изменились, и все было отменено. Однако деньги уже были заплачены, и обратно их не вернуть. Да, но не будем ли мы слишком сильно выделяться? Ну, все там записано на имя компании, так что не нужно беспокоиться. Ну, раз так, то и ладно. Эллипоид, не завидуй. Короче, отпразднуем это как следует. Прошу прощения, вы мне тут помогали, а я прервала вас всех посреди работы. А сколько все-таки это место стоит, чтобы ее арендовать? Короче, там была очень большая сумма. Блин, нам не сказали ее. Интересно, сколько лямов. Да, Black Half, я тоже так думаю. Воу. Так. Эй, так, стоп. Почему у Ан есть ушки, у Рюджи есть ушки, у Футабы есть ушки, а у всех остальных нет? Так, мне это уже не нравится. Все так вкусно. Еда на блюде была расположена прямо как произведение искусства. Поставили этот стол тут только ради нас? Ну, поскольку мы тут, я подумал, что нам стоит поесть, где есть хороший вид. Он обращается как с VIP с нами, это так офигенно. Как я ожидался от аренды места. Да, тут действительно больше никого нету. Мы являемся правителями страны мечтаний.
ライティングも私たちに？Все это освещение только ради нас? そうだよ。Да? 美しい。Красота. お前の方がな。А ты еще красивее. なんてこと言ってんでしょ、世間のカップル。Разве не так бы парочка сказала бы, если бы они были тут? Но она имеет в виду, что типа если были парень и девушка, то, например, парень сказал бы девушке, что ты прекраснее, чем все это освещение, для тех, кто не понял. А если それ言われたら、大概の女子来ちゃうよね。Да, если парень скажет такие слова в такой момент, то большинство девушек просто растают на месте. Ты более прекрасная. О, господи, Моргана решила использовать этот шанс, но похоже, Ан вообще не обратила на него внимания. Господи, да вы слишком сильно перевозбудились. Да на себя посмотри, сам на ребенка похож. Мне вообще-то Футаба сказал надеть эту хрень, так что заткнись вообще. Я не говорила такого. Ты говорила нечто подобное. Слушайте, не ссорьтесь из-за пустяков тут, а? Да то кура! В смысле? Это плохо. Я слишком много смеюсь. Да нет, он тайм творит. Я только сейчас обратил внимание, что ты написал. Но, если честно, я хотела очень сильно еще, чтобы увидеть парад тут. Однако это было слишком внезапно все, и персонал просто не успел все устроить. Ну, как бы это можно и в другой раз как-нибудь устроить. Ох, да это наша вечеринка просто топ-топович. Это ж безумие. Я так рада, что вы счастливы. И мне вам все понравилось. Знаешь, этим ребятам ты слишком большую роскошь показала. Наша следующая вечеринка вряд ли сможет эту переплюнуть. Ты уже говоришь о нашей следующей вечеринке? А разве не слишком рано для такого? Да, но знаете. Мона-чан то атте, минна то сириаете, цембу га умаку иттеру. Я встретила Мону, я встретила вас всех, и все с тех пор начало быть так хорошо, что ли. Нанка, коай курай. По какой-то причине мне даже страшно немного. Симпай си сиги да зе. Ой, да ты слишком много беспокоишься. Имамаде га имамаде датта кара. Да, просто много чего произошло до сих пор, поэтому, возможно, я просто немного взволнована, что ли. Простите, что я говорю такие странные вещи. Кстати, а разве уже не почти время, ну, для внезапной этой пресс-конференции? О, вовремя. Отец. この度はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。Для начала
Позвольте мне благодарить всех тех, кто собрался на эту внезапную конференцию, пресс-конференцию. Я бы хотел приоткрыть завесу над состоянием нашей компании. По-моему, слишком... Ладно, официально это перевожу. Вообще-то так и есть. Рассказать насчет злоупотребления сотрудниками и как их использовал. А идея, что наша компания предоставляет, которая является не совсем качественной. И о том, как я скрывал все свои преступления. Я прошу прощения за все, что я совершил. Так значит, президент, вы хотите сказать, что все эти приказы приходили лично от вас, да? Да. Я полностью в ответ несу ответственность за эту ситуацию. Что насчет десяток людей, что заболели, и им пришлось бросить все. И всяких разных конкурентов, что открывали свои филиалы вместе с вами или рядом с вами, за границей и так далее. 同じタイミングで出店を狙っていた競合他社の担当者ばかりなんですよね. И в момент, когда открывали все эти филиалы, по какой-то причине руководители других компаний внезапно начали заболевать или что-то с ними происходило. まずはここまで間違いありませんよね. Вы хотите сказать, что вы имеете ко всему этому отношение? Мы не ошибаемся? Верно. これって偶然なんですか? То есть хотите сказать, что это не совпадение, да? どうなんです? А что тогда? それについては重大な事実の発表があります. Касательно этого, у меня есть очень важное объявление. いよいよだな. Вот и оно. Окумура가廃人化の犯人の話をするぞ. Сейчас Окумура расскажет про людей, что становились овощами инвалидами. На самом деле... Окумура-сан? Окумура-сан? Пико, пико вместо Нико, Нико. Чё? Отец! Папа! Нака, икинари таоретан дакедо. Внезапно всё просто отрубилось. Имано, тоо митемо фуцу жанай. С какой стороны не смотри, это точно ненормально. Неужели? Мона-чан, коре! Мона-чан, что такое? Что это было? Бакана! Ариенай! Не может этого быть! Что случилось? Я бы сам хотел знать! Все, что мы сделали, это украли сокровища же! Точно, телефон, позвоню домой. Это же не наша вина, верно? Начиная с Камашиды и 4 случая подряд, все же шло нормально. Тень человека не была убита. Если эта тень не убита, то человек же не превращается в овощ.
Ну, так должно быть. Со. Да, ну. Ну да. Что? Что такое? Это то же самое. Умойдашта. Я только что вспомнил. С мамой. То в тот раз было то же самое. Так значит, это момент, когда человек становится овощем. Да, но если это так, то почему это случилось с Окумури-сан? Дерьмо! Какого черта происходит? Мне... Ну, нужно идти. Я поговорю с вами потом, позже. Короче, ребят, нужно поспешить, пожалуйста. Не может быть. Это же не наша вина, нет. Думаю, не наша вина. Это же должна была быть приветственная вечеринка. Я с Хару свяжусь позже и поговорю. А пока что давайте отправимся домой. Давно не виделись. На что вы смотрите? А, это? У меня есть всего лишь предположение. Теория, однако... Но похоже, Окумура укусил руку, которая кормит его. То есть, вы хотите сказать, что фантомные воры превратили Окумуру в овощи? Скорее всего, они потеряли интерес друг в друге, и фантомные воры решили выбросить, избавиться от своего хозяина. Для того, чтобы уничтожить все доказательства, им пришлось это сделать с Окумурой. Касательно этого, у меня есть кое-что, о чем я хотел бы поговорить с вами. Он сейчас хочет рассказать ей, скорее всего, про то, что нас видел. Вы же помните, как он видел нас, когда мы проникли в дворец? О, господи. Всё. Хана, ты нашел доказательства? Нет, но у меня есть предположение того, что фантомные воры не являются теми, кто стоят за этим, а кто-то другой. Что ты имеешь в виду? Ты хочешь мне сказать, что фантомные воры никак не причастны ко всему этому? Я говорю, что это лишь возможно, мы не знаем наверняка. Завтра мы будем осматривать дом Окумура, и возможно там мы найдем улики, что нас приведут в Шюджин. В любом случае, нам абсолютно важно, несмотря ни на что, найти какие-то доказательства. Кстати говоря, ты... Ты случаем не украл данные из моего компьютера? А что это вы говорите так внезапно? Просто в моем компьютере остались следы того, что кто-то скопировал данные с него. Там кое-какая маленькая ошибка обнаружилась. Стоп, ошибка обнаружилась или была в данных?
Нет, там не написано. Тут просто написано, там была маленькая ошибка. А чего именно? Скорее всего, в данных. Так. А, да. Я поняла это после того, как у нас был небольшой разговор в прошлом месяце с тобой. Да, были какие-то... Была какая-то маленькая ошибка в данных. Приехали. И поэтому вы подумали, что это я? Ничего подобного. Правда? Как детективы, я понимаю, насколько важны для вас данные, которые вы собираете сами. У меня есть гордость как детектива. Я верю, или я думаю, что вы тоже являетесь таким человеком, который верит в нечто подобное и уважает. Извини за грубость. Кто же? Кто украл мои данные? Я была неосторожной. Я не отдам их никому. Я буду той, кто повяжет их. No Time to Wait. Нет. Она сказала, что у нее в ее данных, каких именно не уточняется, была какая-то ошибка. А в чем именно и каких? Не, ну с Окумурой не было никаких ошибок. Возможно, это с какими-нибудь данными, которые мы позже будем копать. Возможно. Как бы с Окумурой все оказалось правдой. Как бы были у нее наводки и так далее. И, собственно, он действительно был ублюдком, и мы его изменили, правда. Правда, кто-то пришел после нас и пристрелил его по-быстрому. Кто-то за нами наблюдал, чувак в черной маске. Ладно. Эй, видели новость? Видел. То, как он упал во время конференции, это было безумие. Это было отвратительно. Даже на экране я не мог смотреть. Президент Окумура умер? Не может быть. Чушь все это. Ну, ребят, я думаю, весь чат знает, кто это. Потому что, ну, это очевидно. Да и игра не особо пытается это скрыть. Так. Подождите, я тут порежу запись.